Уничтожитель тираннозавров. Ах, красавчик. Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и наконец-то я дождался. У нас, короче, идет акционный, короче, это обыкновенное дилофазавр, монолофазавр и диплокаулис. Ну, в общем-то, я ждал именно обычных дилофазавров, потому что вылавливать их по карте, в общем-то, довольно проблематично в таких вот масштабах. В общем-то, это у нас дилофазавр обыкновенный Gen 2, вот именно он нам и нужен для создания тираннолофазавра, ребятки. И вот у меня уже как раз должно на него хватить как раз. Минимум по 10 очков мы соберем. И из него еще делается уникальный Тенантарекс. Давайте сейчас мы его создадим. Так, погнали. Вот такое вот чудовище получилось. Ну, в общем-то, зачетный такой Рекс. В общем-то, реально видно, что это Рекс, да, и видно, что это Дила Рекс. В общем-то, давайте, блин, интересно, он как бы юзабельный, их его кто-то там в топе использует или нет. Ух ты. Не обращал внимания, что эту штуку можно вытащить. А, так, здоровье 2600, урон косарик. На 16 уровне, шанс крита 20, скорость слабенькая. Так, я еще могу создать. Ну, 50, конечно, у нас не получится. Ну, у нас, по-моему, 45 или 60 можно обычных насобирать. Так что я еще как бы их насобираю обычных. И Рексы Gen 2 я тоже собирал их именно для этой цели. Но вообще существо клевое. Ого, круто, 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 круто. Прикольный. Я бы его какую-то, знаете, Jurassic World Evolution бы его запер. Чтобы на него посмотреть можно было с высоком разрешении. Так, давайте прочитаем сначала. Из-за легкого скелета тираннолофозавра, то есть у нас есть эрлифозавр, это у нас тираннолофозавр, да, быстрее тираннозавра Рекса, а маленькая голова и короткая шея делают его проворным и дают преимущество в охоте перед крупными хищниками-тераподами. За его мастерство скрытности этого гибрида хищника нередко сравниваются персидским леопардом. Ну вот объясните мне, какая у него длинная шея и маленькая голова. Вот описание тут часто попадается такая какая-то дичь. Не знаю, кто писал это описание, он явно не видел то, что получилось в итоге. Может, у них были какие-то концепт-арты, знаете, или им просто показали, вот есть Рекс, вот дилофазавр, ты напиши какое-то описание гибрида, да, а гибрид делал вообще 10-й человек, который не читал описание. Итак, давайте смотреть по ударам. Есть нейтрализирующий удар. Снятие положительных эффектов с врага. Это хорошо. Потом есть уменьшающий. Ну, это от дилофазавра досталось. И вот в обход брони и щитов, да? Обход брони и щитов, да. 1,5 и 2 урона. Ну, вот такая вот у нас альтернатива Рексу. И скорость у него 108. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там у нас у Рекса получается. Обыкновенного. Ну, у меня 20 уровня. Так. Ну, а, ну давайте вот этого Рекса посмотрим. Зачем далеко нам ходить? Так, вот 2500 тысяч. То есть он на 15 уровне, в принципе, обладает теми же характеристиками. То есть все тоже, только лучше. Шанс крита есть, скорость не 104, а 108. Вот как бы чем лучше этот тираннолофозавр. Но нужно еще посмотреть на обычного. Давайте Тенантарекса глянем. Так. Ну, нужно до 20 уровня его качнуть, а для этого нужно насобирать много, очень много обычных дилофазавров. Потому что по 500 за слияние. Блин, ну я не знаю, да, блин, я не успею их насобирать столько, чтобы качнуть его на 4 уровня. Это нужно тысяч, ну, 5-7 на один уровень. 5-7 тысяч клеток обычного дилофазавра. Конечно, это жесть. Так, гребень на голове Тенантарекса достался ему благодаря ДНК дилофазавра у его предка тираннолофозавра. Как и тенантозавр, этот гибрид относится к семейству гадрозаврид. То есть он типа а-ля не хищник. Но он по размерам очень странный, да? Он ходит на двух лапах, не на четырех, то есть как бы
Голова, шея такая массивная, голова маленькая. Вот это вот описание понятно, когда маленькая голова, тут понятно. Но мы не знаем его характеристик, конечно, пока что. Давайте вот энентозавра глянем, что у нас там. Ну, явно будет паралич. Скорее всего, снижение урона будет. Но вот это прикольно. Оглушающая замена, кстати, красивенький. Вот этот у нас тенентозавр. Сейчас мы пойдем, кстати, сражаться этими всеми динозаврами, ребятки. Так что оставайтесь. Сейчас будет самое интересное. Так, а я хотел глянуть на обычного тиранозавра. Так, что у нас тут по показателям? Он у меня 20 левела, конечно. Так, там было 2600, тут 3200. Шанс крита больше у этого Рекса. Но у него удары обыкновенные. То есть, в принципе, те ребятки получше. То есть, этого Рекса уже можно списать, потому что тот тирана лафозавр будет круче. Хоть и шанс крита у него там 20, но на 20 уровне он будет явно круче. Удары у него будут повеселей. Ну и скорость не 104, не 102, а 108. Так, давайте будем менять команду. Давайте его возьмем, так и оставим. Оставим пока что. Ну, не знаю, тебя пока. Пусть так, пусть болтается, так сказать. Так, где тут, кого мы берем? Вот главный наш участник. Так, и возьмем его составные элементы, так сказать. Так, Дилоса обычного возьмем. Возьмем сейчас, где тут манолафозавр, 15, а он 16, я его на 16 качнул, да? Нет, не должен был качать, подождите. Где делать обычный дилофозавр? Обычный. Блин, он же тут был. Вот он. Ой, апчхи, будь здоров. Так, вот тебя взяли. А есть у нас еще редкий. Давайте такого возьмем дилофозавра. Два Рекса, два Дилоса. И кого еще возьмем? Кого еще бы нам взять в команду? Можно монолофозавра взять на всякий случай. А, вот тенентозавр. Чё-то как-то чуть не забыл про самого главного. Так, и идем сражаться, ребятки, в редкую башню. Так, давай, появись. Вот эти вот глюки, прорисовки эти. Столько времени тратится. Ну, помчались. У нас есть две возможности проиграть. Но мы этого делать не будем. Так. Так, вот так, вот так. Вот так. Ну, я думаю, пока что обойдемся. Кстати, на тенентозавра нужно подменяться, да? Его первым брать не стоит. Это еще мне тут... Я стою на месте, а он мне тут табличку выдает. Итак. Ну, давайте возьмем обычного Рекса. И заодно сравним его с лучшими демагерами. Ну да, Гаргозавр повеселее. У него... есть буст, хотя показатели изначально слабее. Так, а ну на сколько он бусит? На 1100. На тебе, кританули полосатым Рексом. Я думаю, тоже вы скучились за полосатым Рексом. Прикольный Рекс. Так, ну давай вот так. Паралич вообще на него сработает, на Афиакадона. Ага, ну я этого и боялся, да, как раз иммунитет. Так, это так, чисто просто за повышенный урон атакуем. Ну, вообще-то хороший тенантозавр со сломанными пальчиками на передних лапах. Добиваем.
Так, а Секадон-то, ну-ка, у тебя же иммунитет, тоже иммунитет. Вот ты подлец-то какой. Так, ладно, давайте выпустим нашего зверя, а то... Наш главный герой, смотрите, какой красивый. Ну, чё-то так он быстро как-то исчез. Придется стоп-кадром ловить его морду крупным планом. Так, это одинарный урон, а это полтора. А нам сейчас двойной прилетает. Хорошо, хоть не кританул. Так, у нас же ничего нет, никаких бонусов, контратак, ничего нет. Но, к сожалению, да. Он тут сейчас погибнет. Мы просто неудачно на него подменились, ну ладно. О, так, нейтрализация есть, да? Ну ладно, давайте осмотреть. Кто у нас будет дальше? В следующий раз начнем с нашего нового гибрида. Так, на второй бой пойдем вот такой вот командой, как говорится, наши рексы против ихних рексов. Кто кого? Так, начнем с тебя. Так. 900 на 2200, 2500 на 1000. Ну, сразу давайте его занерфим. Ну, вообще, вы понимаете, да, то есть он обычного рекса просто рвет в клочья. Без шансов. Даже если появится кто-то побыстрее, мы тоже легко, короче, справимся. Так, Секадонт. Он побыстрее, и у него есть иммунитет. Ну, сразу давайте зарядим ему по полной. Во, мать, это нормально. Так, ну и тут же то же самое сделаем и с обычным рексом. Ну, вообще, короче, тут хоть три рекса выставляй. Да, ну, даже два рекса одинакового уровня он, по идее, затащит. Уничтожитель тираннозавра. Это да. И награда. Так, ну и давайте соберем еще. Тут у нас завалялось немножко инкубатора. Ай, дилосов дали. Чуток. Ну, не будем брать никого пока ошибка сильного, да, будем разбираться тем, что есть. Чтобы было поинтереснее. Вот так. Гарга появился. Так, у него перезарядка плюс 50 на 3 хода. Он, то есть, сразу может его использовать, задержки нет. Ну, больно было. То есть, он получил чистый удар, сделал. Мы минус 50, а он плюс 50, и получилось обычный у него удар. Критует неплохо, да? Шанс крита 20, у рекса 30 обычного. Ай-яй-яй, не так надо было. Ну, уже не выживем, да, рано нажал. Надо было вот этот удар, очищающий. Хотя, от него был... А, буст всего лишь на один ход. Так, ну давайте вызовем обычного Дилоса. Я вообще-то удар нейтрализации тут берег. Думал, как раз против гаргозавров. Да и против этого бы прошло. Так.
Афиакадонич. Ничего такого сделать не может, но двойной урон сейчас нам прилетит. Ну вот сейчас прилетел бы, но увы. Давай. О, плюнул, прикольно. Итак, последний бой, ребятки. Так, там есть только Димитрич с иммунитетом и Рексы. Так. Ну, вот так вот хочется взять. Хочется Тенентика взять. Вот так вот. Ну, давайте. Хочется подменить. А если вот хочу первый, чтобы секонд пошел, чтобы мы его уничтожили и там поиздевались над Рексами противника. Так, ну давайте проверим, то есть сможем ли мы двоих положить. Так, этого ложим. Если появится не Рекс сейчас, то я подменюсь специально. Вот, вот этот появился парнишка. Мы делаем... А, давай на тебя. Он пошустрее. Ну, паралич, все дела. Это, конечно, не сработает, но ладно. Блин, надо было подмену нажать, ё-моё. Просто сейчас, если я потрачу свой ход, нам сразу прилетит. И прилетит довольно больно, после, ну, если, когда я подменяюсь. Ну, что делать? Вот, давайте вот так вот. Это может позволить нам хоть выиграть ход. Это без урона. Отлично. Вот, сейчас мы получим именно... Именно то, что я хотел сказать. Блин. Нам блокируется подмена. Ого, какой удар прилетел сразу. Исчезни блокировка. Так, ну выживешь? Ай, фиг, блин, крит прилетел. Ну я просто хотел последний удар нанести вот так. Давай, Рекс, золотистый ты наш. Он просто на картинке таким золотистым выглядит. А этот еще и побыстрее, 102 против 104. Такая битва Рексов, блин. Это прикольно. Ну и награды, да, были такие, получается, как и наши противники. Давайте сейчас еще, конечно же, полюбуемся, покрутим нашего тирана-лафозавра. Так, ну он по размерам выглядит как большой тирекс. То есть не какая-то маленькая голова, тоненькая шея. Чего они тут написали? Маленькая голова и... А, короткая шея. Ладно, шея еще, ладно. Ну, опять же, она... Нигде она не короткая. Обычная шея. Точно такая же, как и у Рекса, если не длиннее. Да даже длиннее. Длиннее даже, я бы сказал. Да, и совсем голова не маленькая. Ну, легкий скелет. Хотя бы что-то. Что-то интересное. Так, давай, подраконимся. Ну и раскраска у него прикольная. Ах, красавчик. Вот такой вот, в общем-то, у нас, ребятки, паренек появился в команде. Так что... Еще, в общем-то, не разок увидите его в бою. На этом все. До скорых встреч.